губернии, были Тамбовская, Саратовская и Курская. Во-первых, как он обдумывал общую композицию, да, о чем же это будет. По ее военной жизни, так сказать, там известно не очень много. Несмотря на то, что даже Анна Васильевна дала обет безбрачия, ну, видимо, чувства к молодому врачу, они были сильнее, они были взаимны. И подал он было прошение, чтобы уехать на них. Подряд читал псалтырь над телом усопшего, и усопший, простите, и на вторую ночь он... Взгляд его упал на последний стих 112-го псалма. В 22-м году при освященнейшей Иннокентии Валентина Феликсовича Воина Синецкого для профессора хирургии у нас кафедра всегда найдется. А вот для архиепископа Луки, ну извините, мы не знаем такого хирурга. Как он сам пишет, раненые меня любили, каждый утренний обход, ну это было приветствие врача. Святитель был назначен архиепископом Красноярским. Была, правда, в Красноярске только одна церковь, действующая, Кладбищенская, на окраине города. Его главная апологетическая работа – это дух, душа и тело. Вот здесь он как раз пытался доказать, владыка, воин Синецкий ведет критику материалистического мировоззрения, пытается с научной религиозной точки зрения дианализирует богословский вклад святителя и вклад его в медицинскую науку.